На конкурс дети читают и пишут стихи. Отрывок из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Читает из Нюк Лия, 4 года, гимназия номер 1404, Гамма, город Москва. Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит, там чудеса, там леший водит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы невиданных людей. Избушка там находит, без дверей. Там лес и долгий день не полон, да на заре приехала метролы найдут. На брег песчаный и пустой торец, тереть зиг прекрасно в чередой, и словно выходит ясно, по снимем дядька их морской. Ренквалевич мимоходом линяет горно царя, там в облаках под водом через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тоже домой, волк с ним. Там стук с бабой его идет, придет со мной с собой. Там царь Кощей на золотом чахнет. Там русский дух, там русский пахнет. И я там был, но... Пил, дул, сыну сумачил. У меня видел дуб зеленый, под лицей белый кот ученый. Время сказки говорил одно, помню сказку. Поверьте.